Всем добрый день. Заказала себе ножницы. Представляете, на следующий день уже пришли. Так быстро у меня еще заказ на Велборисе не приходил. Это обычные садовые ножницы. Тут, по-моему, есть какая-то маркировка на них. Сейчас посмотрю. Так, как бы это... Темноту. Нет, отсвечивает. А, вот. Ну, я не думаю, что это какие-то фирменные ножницы. Стоят они 208 рублей. Я, извиняюсь, сено трясла, надышалась. У меня есть ножницы, но они затупились. Не умею я. Не знаю, я как точить ножницы, короче. Подумала, за 200 рублей-то куплю я другие. Вот эти вот я покупала в Леруа. Ну, год они у меня продержались, может, даже побольше. Так, одной рукой, наверное, не получится. Ладно, не буду снимать резинку. Я их тут подкладываю, у меня стеллаж немного как-то с наклоном. А мне надо, чтобы там вода стояла равномерно. Это я пытаюсь вырастить траву, зелень. Не знаю, что получится, давно я этим не занималась. Раньше я это частенько делала курам, можно сказать, всю зиму. Здесь у меня овес, ячмень, но что-то пока не прорастает. И не, ну, набухает, не знаю, уже дня три, наверное, лежит. Посмотрим. Не получится, чтобы не закисло, я соды бросила, но закиснет, курам отдам. Да, вот как вот без тебя. Так, по ножницам. Я покупала уже как-то... специальные ножницы для стрижки копыт овцам и козам, но они такие тяжелые, я просто не смогла ими стричь. Я один раз попыталась, ну и продала я их на Авито. Не смогла я ими стричь. Ну, короче, что-то я подумала, куплю я за 200 рублей, за 208. На год хватит и хорошо. Если затупятся, значит, куплю еще за 200 рублей. Ну вот, по крайней мере, ну вот остренькие, потому что где-то тоже такие же были остренькие. В принципе, их можно розовенькие-то теперь в огороде использовать. Вот, потому что девчонкам мы стрижем, ну раз в месяц точно стрижем. Да, девчонки? А вот это вот у нас козья моська. Вот это козья моська. У нее очень отрастают копыта. Да, Бэмби? Очень сильно отрастают. И ей можно, наверное, вот уже через 3 недели, я не вру, 3 недели, и там уже прям хорошо так отросло. Можно уже заново стричь. А 3 недели, это, наверное, прошло. Ой, у нас, по-моему, трактор приехал. Трактор шумит. Да, по-моему, трактор. Смотрите, какая красота. Так красиво падает снег. Прям красота. Но вот это все теперь опять чистить. Не красота. Краса, ты у меня тоже красота? И ты у меня, рыжик мой, да. У меня смеются все. У тебя вся скотина какая-то серо-рыжая. Я говорю, Ричи! Я говорю, так мне нравится такой цвет. Вот ему красота. Вон он. О, хорошо. Крас, ты подумай. Может, домой пойдешь? Да. Да, скажи. Домой пойдешь? Пойдешь домой? Кто тут? Чей тут нос? Чей тут нос? Так, ну ладно. Ножнички вам показала. Буду стричь, тоже расскажу. Ну, в принципе, пока они острые, они стригут. Проблем не будет. Ну вот. Ну, дорогие, что-то я пока не готова покупать дорогие. Обойдемся опять пока дешевенькими. Да, Мося моя? Мося моя.